Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Ездил у меня муж, так как я все еще продолжаю, немного так болеть, восстанавливаюсь уже потихонечку. Вот, и ездил у меня муж со списком. Но список, на самом деле, я пишу такой, знаете, не сильно подробный, просто там молоко, мука, там яйца и что-то типа того. Остальное он уже покупает на свое усмотрение. В принципе, он знает, какие обычно продукты я беру. У нас, так сказать, продуктовая корзина, в принципе, стандартная, просто он еще обычно что-то берет дополнительно. Вот, так что сейчас покажу. Итак, вот такая получается у меня закупка, достаточно большая, точнее, у мужа, у нас у мужа. Давайте начну по традиции с мясом, раскладывала в этот раз все я, муж помогал. Вот, значит, минтай филе мороженое взял, две упаковочки вот такие, по 800 грамм. Не знаю, кстати, неплохое вот это лентовское, не так много здесь, видите, вот этого льда, как ледяной вот этой вот. Вы поняли, да? То есть, когда размораживаете, не получается такого, что из 800 грамм у вас остается, 400. Так, дальше мясо. Значит, свинина, окорок. Получается по 254 рубля. Достаточно такой неплохой кусочек. Потом здесь фарш домашний по 329 рублей. Килограмм взял. Так, свинина, грудинка. Вот такая, мы ее коптим на улице. В коптильне получается безумно вкусно. Вот видите, 159 рублей. Он тут взял несколько кусочков. Видите, такие. Единственное, что если вы коптите, советую брать там, где поменьше жира, все-таки побольше, видите, вот такого мяска. Получается очень вкусно. И здесь упаковка куриной грудки. Дальше у меня тут тесто. Вот такое бездрожжевое, слоеное и дрожжевое. Кстати, 365 дней ничем не хуже вот этого морозка. Вообще, как бы, не знаю, я не встречала какого-то плохого слоеного теста. Поэтому берем обычно и то, и то. Вот у меня 4 упаковки такого и 4 упаковки такого. Дальше взяла у меня еще крабовые палочки, не знаю, может, салатик какой-нибудь сделаю или еще что-нибудь из них, вот такие, целый килограмм. Кстати, вот эти 365 дней тоже неплохие крабовые палочки. Так, дальше у меня здесь пиво, у меня муж снова взял вот такое, Петергоф. Молоко, как всегда, большое, соус кисло-сладкий. Имунельки детям вот такие с яблочком, не знаю, будут или нет. Ну, взял. Потом вот это масло икорное. У меня, кстати, муж его очень сильно любит. И еще взял икру, но это не икра, это имитация икры. Вот такая. Ну, кстати, неплохо. Вкусная она. Мы как-то брали уже давно с мужем такую. Он говорит, баночка 50 рублей стоит. Ну, нормально, пойдет. Так, масло вкуснотеево, как обычно. Как обычно, много сыра, так как запекаем что-то все время с сыром. И так у меня любят все его. Вот такой российский, и пошехонский, и ламбер. Вот этот полутвердый. Сардельки, как всегда, дымов на этот раз. Колбаса вот такая филейная, папа может. Тоже, кстати, вот эта марка папа может, нам очень нравится, как и дымов, в принципе. Дальше здесь у меня чай вот такой цейлонский. Очень любим вот этот чай. Вот именно вот такой вот, как с закатом, да. Он очень вкусный, прям обалденный. Вот. И муж снова, точнее, я у него попросила, если увидишь, будет в ленте продаваться, снова вот эта вот лапша. Взял он в этот раз немножко другая. Она, тогда я брала такую длинненькую. Вот, он взял как вся, которая была. Да, она не дешевая получается, но... Безумно вкусная. Вот 32 рубля. У меня получается 128 грамм. 249 рублей за килограмм. Вот. И еще взял вот такую вот. Тоже что-нибудь из нее вкусненькое сделаю. Вот такая лапша. Тоже получается 259 рублей за килограмм. 66 рублей 250 грамм. Ну, она очень вкусная, девочки. Прям вообще обалденная. Так, рис гигант, как обычно. Очень любим мы этот рис. Очень вкусный. Так, дальше здесь у меня... Давайте еще здесь кетчуп. У меня вот такой мистер Рика, тоже его очень любим. И взял у меня еще вот такой арахис. Как это, не арахис, что это?
фисташки, вот, извиняюсь. Вот, тоже меня любят их. Так, дальше. Ну, куда без вот этих штучек, лепешек. Очень тоже мои любят их. Поэтому всегда покупают. Сырная с ветчиной. И вторая тоже сырная с ветчиной. Тоже очень нравится моим мужчинам. Также здесь два батона вон таких лентовских обычных. Вот такой еще батон у меня муж взял. Производство Лента. Кстати, очень вкусно. Видите, хлеб балтийский по 22 рубля получается за 400 грамм. Очень вкусная выпечка от Ленты. И хлеб вот такой. Тоже лентовский. Так, дальше у меня здесь фрукты. Взял у меня яблочки вот такие. Гала, очень их любим. Бананы, видите же, 75 рублей. Дальше здесь у меня, что это, лайм, 3 штучки вот такие, тоже любят у меня. Мандаринки такие. Правда, они какие-то крупные. Это, наверное, он апельсины взял, а здесь вот как мандарины. Странно, что на кассе ничего не сказали, ну ладно. Так, и здесь хурма. Я вообще очень люблю вот эту инжирную хурму. Она очень вкусная, видите, по 100... Ой, девочки, не видно. Ладно, в чеке потом посмотрим. В общем, у меня получилось 600 грамм на 76 рублей. Ну, точнее, у мужа получилось. Эту инжирную я обожаю, она очень вкусная. И взял еще обычный королек, вот такой по 49 рублей. Я, если сильно вяжущий этот королек, я его кладу в морозилку, потом достаю, и уже она не так сильно вяжет. Так, дальше здесь помидоры по 99 рублей. И немножко взял огурчиков по 78 рублей, таких длинненьких. Дальше у меня здесь взял он картошку, вот такой мешочек. Сколько здесь? Наверное, 5 килограмм. И еще вот здесь вот такую взял картошку, потому что, кто не смотрел мой прошлый влог, посмотрите, там я делала крошку-картошку, очень вкусно получилось, мужу очень понравилось, поэтому он мне для крошки-картошки специально взял вот такую, говорит, старался, выбирал самую крупную. Вот, по 39 рублей. Ну и давайте, что здесь? Кондиционер Вернель, Миринда, ну это как всегда, муж у меня не может без этого. Таблетки для посудомоечных машин. Все-таки нравятся они больше, чем таблетки от Faberlic. Но реально, очень круто моют, недорого стоят, супер. И еще он взял вот этот вот Самат, специальную соль. Мы периодически ее засыпаем, не всегда на самом деле, потому что, в принципе, когда пользуетесь таблетками, соль вот это не нужна, насколько я понимаю. Ну, в общем, короче, этим у меня муж уже рулит. В общем, поэтому взял вот такую соль. Еще, ну, конечно же, он взял чипсы, но как бы он не может не побаловать своих мальчишек. Туалетная бумага здесь у меня. Арбуз еще взял. Это я попросила, что если будет или арбуз, или дыня, чтобы он мне купил. Вот по 13 рублей. Видите, на 95 рублей. Вот получается 6 килограмм. Что-то мне так захотелось. Видно, после болезни прям вот жизненно необходимо. Дальше соки, конечно же, тоже вот, вот такой с мяткой купил. Он тоже, кстати, когда вот я, например, болела, горло когда болит, в принципе, соками питаешься. Томатные и яблочные. Вот. Яйца куриные C0, мука вот такая предпортовая. И здесь у меня 5 килограмм сахара и корма для собак. Только что-то у меня собака лабрадор. Вот, но я сказала мужу, говорю, купи какой-нибудь получше корм. И, в общем, он, правда, взял, видите, для собак мини 10 килограмм. Ну, моя, понятное дело, что съест, просто она здесь мелкие, как сказать, мелкие вот эти вот. То есть лабрадорихи, конечно, мои, да. Вот, ну и крупа, перловую крупу, макароны тоже для собаки, 2 упаковки. И котам еще всякие пакетики, как всегда. И тоже им вот этот корм для стерилизованных кошек. Вот такой пакетик. Ну, это да. Ну, ладно. Песина-то моя съест. С удовольствием, кстати. Собаке моей нравится вот этот вот корм. Ну, вот. Так что... Так что, да. Так что, вот такая закупка. Сейчас покажу вам чек. И вот показываю чек.
Итого сумма составила 8903, скидка по карте 3103. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!